Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Mystery Force «Темная сторона Южного парка». Я не знаю, что там будет темного, поэтому мне и стало интересно это посмотреть, учитывая, что весь черный парк — это сплошная чернуха, а темный — это не черный, так что это получается как-то в плюс пойдет. Я понимаю, что нет, там будет какая-то лютейшая жесть, поэтому поехали смотреть. Всем привет, с вами я, Дима. Это то, чего, наверное, точно вы не ожидали увидеть на моем канале. Разбор Южного парка. Шутки про мамаш, пердеж, дропочь. Вот такая вот ассоциация с сериалом будет у многих. И потому многие не поймут, а нахуя я делаю по нему разбор. Но те, кто в теме, знают, а какие порой остро-социальные проблемы затрагивает сериал. И, собственно, их я хотел бы и обсудить. Кстати, заранее прошу прощения за качество некоторых серий, потому что, ну, лучшего качества, увы, найти не удалось. Начнем с чего попроще, с депрессии. В наше время этот термин немножко извратили и употребляют его и при обычной временной апатии, при выгорании, при долгоиграющей лени и прочем-прочем. Думаю, я и сам до конца понять не могу, что такое настоящая депрессия, потому что у меня ее, богу слава, не было. Такое, чтоб прям лежал в кровати и сил не было сходить поссать. Не было у меня и такого, чтоб я всерьез думал о выпиливании себя из этого мира, поэтому могу быть где-то некорректным и спороть хуйню. Вы меня просто исправьте, если вдруг что. Так вот, серия под названием «Как стар ты стал». Она о том, как Стэну исполнилось 10 лет. С его дня рождения она и начинается, и поначалу он радостный, получает подарки от друзей, все записи, ну, кроме того, что мамка забрала один из подаренных дисков с музыкой, там, видите ли, понос, а не музыка. Но Стэн делает вид, что послушал маму, он ложится к себе в кроватку, но достает из-под подушки плеер с запрещенкой. И вот тут и случается переломный момент в его жизни. Музыка реально понос. Какой-то набор пердежа в уши и больше ничего. Вот что слышит Стэн. Однако музыка не ограничивается. Чуть позже еда, которую он ест, также дерьмо. Фильмы, которые он смотрит, также дерьмо. Конечно, это его начинает волновать. Он идет к доктору, который пытается разобраться в вопросе, но который внезапно начинает болевать дерьмом. Не буквально, конечно, это... Короче, это Стэн просто его совет воспринимает как дерьмо. Ему неприятно также проводить время с друзьями. И если все это подытожить, Стэн стал токсиком. Друзьям это, конечно, не нравится. И они даже выдумывают простуду себя, чтобы пойти в кино без него. Правда, когда он их палит, дабы не обижался, они берут его с собой. Кайл, я могу измениться, честно. Позвольте мне пойти с вами. Плюс ко всему, на фоне в этой серии нам еще показывают драму его родаков. Там отец хочет казаться, видите ли, молодым, и потому через силу начинает слушать понос, то бишь через музыку силу молодежи. А когда разговор с женой приводит к выводу, что они оба уже давно несчастливы, они разводятся, и для Стэна все становится еще хуже. Продолжение следует. Да, история это не ограничивается одной серией, но про вторую мы поговорим сразу. Почему после того, как... В дубляже от Mystery Force я чувствую какую-то глубинность этого сериала. Мне кажется, это ненормально. Типа, это же Южный парк. Я понимаю, что там поднимаются серьезные проблемы периодически. И иногда они высмеиваются, но это... Но в озвучке, ну, в рассказе от Mystery Force я прям проникаюсь тем, что он говорит. Но это же Южный парк. Мне очень сложно моему мозгу это сейчас воспринимать, потому что я реально сопереживаю. Ну, типа, я бы, наверное, и в сериале сопереживала, но тут я прям сопереживаю. Как поговорим о Lineage 2, о легендарной MMORPG. Вот это я понимаю везение, застопить прямо новая перед рекламой. Новая стратегия — снабжать тебя полезными предметами для ускорения прокачки. Так, и я остановился на разводе. После развода Стэн становится более подавленным, но это не означает, что друзьям на него все равно. Кайл все еще хочет помочь своему другу, но не знает, как общаться с ним, ведь боится того, что его собственное видение мира изменится в худшую сторону, как это стало у Стэна. И как я и сказал в начале, сериал поднимает довольно остро социальные вопросы, и это вот один из них. То есть, как общаться с человеком, который тебе дорог, но который находится в тяжелой жизненной ситуации. То есть, как не перенимать весь цинизм и депрессию в свою жизнь. Стэн отправляется к психологу, он жалуется на все свои траблы, а дед говорит, что это нормально, дед, что так случается, это бывает абсолютно у всех. Вещи меняются, тоже никуда не денешься от этого. В это же время Картман тоже идет к врачихе, и у него в анусе обнаруживают бургер. А, так, стоп, это не про... Не эта сюжетная линия у нас, а Стэн. Стэну ставят диагноз Панчи.
синдром Аспергера. Он встречает в клинике других челиков с похожей асоциальной проблемой, и у них начинается сеанс лечения. Должен был начаться, вернее, но начинается какая-то суета за место терапии. То есть эти сумасшедшие окутываются в плащи, берут в руки оружие, воспринимая матрицу слишком серьезно. То есть у них даже свой Морфеус есть. Прорвался сквозь реальность, и им это не нравится. Другие тоже заслуживают того, чтобы узнать правду. Тебе кажется, что тебя окружает одно дерьмо, верно? Все они слышат дерьмо вокруг и потому решают, что они избранные, сломавшие систему. То есть, как говорит Морфеус... А что если я скажу тебе, что ты видишь мир именно таким, какой он есть на самом деле? Мир дерьмо. Вокруг нас окончательно скатился в дерьмо. Но инопланетяне посылают на Землю волны, которые заставляют людей видеть фальшивую реальность. Короче, оказывается, вот это вот все им дают понять пришельцы. И пришельцы выбирают избранных. А чтобы продолжать жить в этом мире, нужно выпить немножко избранной жидкости. На самом деле, виски с колой, то есть, да, если вы еще не поняли, это конченые алкаши. Тоже неплохой такой момент с точки зрения задевания острой социальной проблемы, потому что, когда тебе плохо и ничего не нравится, в твоей жизни может вот такая хуйня появиться, то есть компания, которая покажет, как справляться с этим дерьмом через выпивку или еще хуже. И вот Стэн бухой подходит к своим бывшим друзьям, чтобы затирать о том, какое все вокруг дерьмо. Да, ничего нового, но кроме зазыва захуярить пришельцев. Однако Кайл останавливает его и говорит довольно важную такую цитату. Послушай, чувак, многое изменилось. Иногда единственный шанс продолжить путь — это вовремя свернуть с дороги. Сначала Стэн не принимает слова всерьез, но в конце так и поступает. Он сворачивает с пути, в какой-то момент он понимает, что нужно принять перемены и просто смотреть на вещи по-другому. Не так, как в детстве, но и не так пессимистично, как сейчас. Просто уже не будут ему нравиться вещи, которые приносили раньше радость, однако и хуй с ними, будут другие радости, другие вещи. Просто главное смотреть на мир по-другому, не через стакан, ведь зависимости лишь на время ослабляют боль, а после ослабевания их эффекта боль лишь усилится. И тут вы либо сопьетесь к хуям, пытаясь вечно убирать боль, либо примите ее в трезвом виде и справитесь. Такая вот история. Ну а на тот не единственное, в моем ролике у меня еще в планах вторая серия и реклама моего инстаграма. Начнем с рекламы. У меня есть инстаграм, ссылка на него будет в описании. Не скупитесь на переход. Так, у нас по пунктикам, как у нас тут. А теперь насчет инстаграма и прочей интернет-мишуры с фейковыми ёблами и эмоциями. Об этом наша следующая серия под названием Хоббит. Тут опять же у нас две сюжетные линии, одна из которых затрагивает Ким Кардашьян и Канье Уэста, который, кстати, теперь просто И Уэст, или же просто И, хотя похуй, я просто хотел сказать, что серия именно из-за них называется Хоббит, а так она интересна нам по сюжетке, связанной с Венди. Это девочка, которая, неплохая в сериале, справедливая, умная и тому подобное, и которая не приемлет фейковость. И вот однажды она заступается за свою толстую подружку, когда Баттерс называет ее толстой и отказывается идти с ней на свидание. Тому нравятся соски посолиднее, показывает даже в инсте, какие именно, но Венди говорит, что это все фейк, даже Кардашьян жопу выпучивает пальцем на сенсор. И дабы доказать это, она наглядно рождает в фотошопе инста-соску своей пухленькой и немножко уродливенькой подруги. Добавляем волос, делаем губы полнее, убираем все припухлости, вот, увеличиваем грудь, удлиняем тело, делаем талию, исправляем плечи, добавляем блеск глазам и готово! Баттерс в шоке бежит пригласить Лизу Бургера на свидание, но уже поздно, у нее есть другой. И все этому чуваку, естественно, завидуют, ведь он показывает им инсту своей новой тёлки, а Венди пытается всем сказать, что это фотошоп и с реальностью он не имеет ничего общего. Лиза Бургер по-прежнему уродлива. За что я... Ну она же типа счастлива. Венди сделала как бы крутую вещь. Она... Ей Венди, то есть, прилетает от всех пиздюлятины, даже от препода. И да, за буллинг. На протяжении всего эпизода Венди пытается всем сказать, что надо быть такими, какими мы являемся, принимать себя такими, какими мы есть, и бла-бла-бла, все это вроде как правильно, но в конце она все-таки фотошопит и свое ебало, превращаясь в такую же фейковую личность интернета. И тут мы подходим к сюжетной дыре толерантности. Толерантность диктует нам быть такими, какие мы есть. И Венди показывает себя максимально толерантной в начале серии, но затем она обсирает людей, которые выставляют отфотошопленные версии себя. Как типа, по мне, с таким же успехом можно, в принципе, обсирать людей, которые наносят макияж, носят украшения, модную одежду, занимаются спортом для достижения совершенного тела, но
правильно ли это, то есть критиковать таких людей. По сути, все эти люди хотят просто общественного одобрения, хоть на каплю. Ведь нужен ли человеку прокачанный прессак, если бы это не считалось в обществе красивым? Скорее всего, он нихуя не нужен. Но люди стремятся к этому, это можно назвать их формой самовыражения, они живут мечтой, и это, возможно, не так плохо. Думаю, если быть толерантным, то толерантным нужно быть полностью ко всем, и в том числе к тем, кто видит себя не таким, кем, каким он является. Сегодня человеку не нравится его складка, он ее фотошопит, а после идет сразу в зал, чтобы через месяц быть уже таким, каким он был, как раз таки в фотошопе. Это его мечта. Конечно, я не говорю про крайности, не надо мне приводить тут свои хуёвые примеры, я говорю про меру все-таки. Да, нужно любить себя таким, какой ты есть, но и мечтать о чем-то, чего крайности у тебя нет, но чего ты можешь достичь, тоже неплохо. Такой вот ролик у меня получился, я думаю, что он не идеальный, и это заебись. Всем пока. И это как бы да, потому что мы толерантные, и как бы он такой, каким должен быть, а он, кстати, получился классный и интересный. И Южный парк. Первая часть с Южным парком, мне даже заплакать моментами хотелось, в Южном парке заплакать мне хотелось. Это мастерство Мистери Форс меня просто поражает местами. Ладно, спасибо огромное за просмотр, Мистер Форс, огромнейшее спасибо за видос, ссылка на него будет в описании, вот, то есть на этот ролик, который мы с вами смотрели, будет в описании, где еще много чего интересного, и все. Пока-пока-пока!